Сечувашский Агадуй в 9-й раз собрал чувашей со всех уголков страны. Праздник песни и труда чувашский народ издревле отмечает с большим размахом. Он и сегодня один из самых почитаемых. Проводят его по всем обычаям культуры. Таким обрядом, к примеру, наши предки благодарили за благополучный исход посевной. Килейт варман, килейт варман, килейт варман илеме. Обрядовый хоровод вокруг колеса дружбы символизирует начало хорошего, доброго дела. Агадуй и поныне объединяет чуваши и все страны. Все регионы присылали свои делегации на праздник, и каждая из них запустила кораблик со своим гербом. Уважаемые представители регионов, мы так просим отпустить ваши кораблики. Праздник стал отличным поводом и пообщаться с земляками, и помериться с силами. Сильнейшие борцы Кирежу схватились за главный приз – барашка. А какой Агадуй без традиционных спортивных турниров? Завершился праздник застольем. Хозяйки радушно предлагали попробовать ароматные пюремеч, хупу, шартан и другие национальные блюда. Агадуй получился насыщенным, а значит, урожай будет щедрым, а год удачным.